Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас несколько видео на тему житейские хитрости и фишки для вашего дома. Несколько хороших дельных советов для вашей кухни. Сейчас я расскажу, как правильно жарить котлеты, чтобы они были сочные и такие мягенькие. Для этого, после того, как вы формируете, в принципе, котлетку сырую еще, мы берем ее и начинаем, как положено, на разогретую сковородочку ложить, на разогретое масло ложить ее и на большом огне начинаем ее первоначально жарить. Дольше всего жарится самая первая сторона, потому что котлетка как бы сырая еще. Сначала мы жарим ее на большом огне, буквально минуту, смотрите по толщине, чтобы она внизу взялась корочкой. Корочка что нам дает? Она не дает соку с середины котлеты, середины мяса, так сказать, вытекать наружу. После этого, как корочкой она взялась, низ котлеты первый раз, вы прикручиваете на среднее пламя. На среднее. И на среднем пламени дальше эту первую сторону прожариваете сколько нужно, в зависимости от того, какое мясо, какая толщина котлеты, какие вы ингредиенты туда дополнительные, так сказать, поместили еще в фарш, возможно. То есть от этого будет все зависеть. Но самое главное, начинайте с большого пламени, через минутку примерно, когда появится там корочка, ставьте на среднее пламя. Дальше переворачиваем котлетку опять на сырую сторону, опять включаем на сильное пламени, так сказать, запечатываем котлетку, делаем уже на второй стороне корочку и потом опять прикручиваем на среднее пламя. Если потом необходимо, тогда уже накрываем крышкой и уже как бы чуть-чуть ее пропариваем, так сказать, уже под паром. Кто так любит, кто нет, может в принципе жарить и на без крышки, на открытой сковородке. Вот такие шикарные, так сказать, легенькие такие приемчики позволят вам пожарить очень вкусные, нежные и мягенькие котлеты. А самое главное, очень сочные. Спасибо за внимание и смотрите другие мои рецепты для кухни и дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.